И всем доброго дня! Добро пожаловать в зал! Около 4-5 лет назад зал выглядел вот так вот. Ну и потом было очень много работ, доработок, то есть поштукатурили, пошпаклевали, покрасили на первое время, и я уперся в подоконники. Подоконники не смог сделать, потому что делал лестницу. То есть с лестницы могло что-то упасть и повредить мой хороший прекрасный подоконник. Почему не сделал лестницу? Потому что не закончены потолки, то есть здесь красивое примыкание. Почему не сделаны потолки? Потому что вот здесь проходит дымоход. То есть вот тут планировалось прям вот вмазать гигантскую, красивую, вот такую голландку. Это печь, настоящая печь-камин. Это прям была бы изюминка в моем доме. То есть вот, ну вот, вот хотел и все, вот прям вот хоть умри. Но потом, почитав много литературы, изучив материал, я понимал, что сделать дымоход сам — это очень опасная и ответственная работа. Маленькая трещинка, усадка неправильная. Огонь, а кто знает, в дымоходе бывает огонь, искры, может просочиться, и сгорят перекрытия, крыша, и сгорит весь дом к полным, ну вы поняли. И я буду тем самым мужиком, которому говорят, типа, знал я одного самостройщика, и как? Сгорела хата полностью у него, камин делал. Вот я этого не хочу. Соответственно, этот вырез был из штукатурки как раз четко под камин, но, соответственно, не сделано камина, не сделаны полы. Одно, другое цепляет. Ну и, собственно, с этой серии мы положим камин, конец. Что-то на кого-то положим. В общем, от идеи с камином я не отказался, изменилась только сама концепция, то есть сама модель камина. Он будет готовый. Поэтому для него все-таки все равно нужно что-то подготовить. Итак, начнем мы с основания.
первый этап готов. Прошло вот с этого этапа, по-моему, уже больше 4 или 5 месяцев. Все точно высохло. Как видите, здесь очень такая мощная плиточка была. Она изначально предполагалась под камин. Но не сложилось под большую печушку, поэтому сейчас мы это все аккуратно подвинем кошку и заложим все плиткой. Плитку уже купили. Сейчас главное загрунтовать на плитку через 3 дня, через 4. Потом начну уже делать основание для кладки, то есть то, что будет за камином. По этой стене много чего планировалось. И ЦСП плита, и просто штукатурка. Первоначально я думал, ну, в фантазиях моих, камин вплотную прилегает к стене. Оказывается, нужно сантиметров 10, чтобы не касалось стены. Поэтому это все нужно заделать. Заделать штукатуркой не стали. Вот совсем прям недавно придумали кое-что получше. Вы узнаете попозже. Ну а пока сделаем красивое оформление для будущей... Да крепко, что там трогаешь? С плитками старались довольно-таки быстро, всего лишь один полный вечер ушел, где-то часов 5-6. Давно не ложил плитку, то есть, ну, это не мое. Вот чисто поштукатурить, положить блок, да, а вот в плитке я, конечно, не силен. Старался сделать максимально ровно, максимально идеально. Всего лишь 8 плиточек, ушел почти мешок клея, потому что перепад был от 0,3 до 10 миллиметров. Ну да, но мы выравнивать научились. И сделал я все идеально, где будет проходить вытяжная труба камина. Ну, к тому же, недавно была интересная ситуация. Мы чисто случайно проходили мимо. Там была выставка больших крутых каминов из чугуна и железа и все, что хочешь. Выставка, по-моему, была от компании Везувий. Мы там походили, немножко поснимали. Естественно, мы там вместо 10 минут ушли там на час. Там были и по расценкам можно подобрать, и по объему, по кубатуре. Ну, естественно, пройти ему не удалось, и, получается, присмотрели несколько моделей, думаю, вот такие точно возьмем, они классные, удобные, вроде будут смотреться. А потом возвращаешься домой, и тут у тебя вот такая вот кислая стена. Поэтому пришлось разориться еще раз. Первый раз мы разорились на плитку, вот этот квадратик,
1,44 квадрата стоит 3000. И вот эти 4 коробочки стоят еще 5000. А что там? Сейчас покажу. Вот такая вот у нас плиточка. Папуха, печенюха номер один. Мы тут как бы плиточку снимаем, ну ладно. Вот такие 4 коробки. Интересные песчаные полупесочные расцветки. Такие интересные плиточки. Хорошо или полухорошо сочетаются с основным цветом стен. Ну, такой светло-песчаный. То есть мне как бы понравилось. Было еще посветлее, было потемнее. Взяли что-то средненькое. Камин сам будет черного цвета, поэтому на фоне вот такой плитки камин будет хорошо подчеркиваться. И задний фон он будет тоже как бы ну, не скучный. То есть чисто поштукатурить, покрасить. А вот именно такой интересненький. Еще плюс вот к этому интересному фону можно придать раскладку, то есть можно правило прикрутить и по правилу красиво разложить, то есть будет ровно, чисто ровно тут и ровно вот тут, но это скучно, поэтому в автокаде мы нарисовали проект вот здесь и вот хотим вот так вот красиво сделать, то есть чтобы было не совсем ровненько. Долго рисовали в автокаде, потому что у нас нет технического образования, но вроде все получилось, осталось только красиво все это выложить. Насколько все получится по задумке, сейчас посмотрим. Папуха заболел и потерял голос, поэтому я сейчас расскажу все сама. Давай. Плитки не хватило, поэтому он не готов. Кто не готов? Ты.
дальше. Классно, но дорого. Бюджет был 10 тысяч рублей. Сделать плитку такую дешевенькую, прилично смотрящуюся, и фасад красиво сделать, чтобы камин, который стоял здесь, прям выделялся классно. И при этом то, что будет на стене, сочеталось то, что будет, ну, покрашено с общими стенами. И как бы 10 тысяч, ну, типа, хватит. Да, не хватило буквально вот три полоски вверху. Не хватило три полоски, покупая целую коробку. Оп, мы за бюджет вылезли. В общем, коробка стоит, по-моему, 3200, что ли. Вот три коробки, вот вам 9600, плюс плитка 3000, затирка, плиточный клей и грунтовка. Короче, по-моему, 15 или 16 ушло. В общем, чем дальше с каждым годом, тем надо планировать, получается, умножать почти в надвое. То есть в бюджет никак не влезается. Зато получилось хорошее сочетание общей стены и там, где будет находиться камин. Камин, кстати, уже на месте. Вот он. Я пока не распаковываю, чтобы не испачкать. Читаю инструкцию. И по ходу собирать мы будем, наверное, 3 серии. Потому что нужно установить камин идеально. Поднять аккуратненько трубу. Она должна пройти до самого чердака на крышу. Все это собрать, скрепить, лезть на чердак, лезть на крышу на 8-метровую. Чего-то вообще неохота. Но зато должно получиться прям максимально красиво. Для этого все условия есть. С потолком закончили, его осталось только покрасить и сделать декорацию. Закладные уже все есть, все, в принципе, камин можно ставить. Здесь потом будет находиться нахлёст, штукатурка будет находиться на границу. И это такой стиль, звук называется, когда вот в песок вы кинете палку, часть ткнется, часть торчит. Вот здесь то же самое, только на большой стене. Вроде должно смотреться прямо идеально. И, конечно же, будет финальная часть. Это еще раз будет покрашен весь зал. Чтобы вот эти части были такого же цвета, и будет прям вообще классно. Когда будем красить, я не знаю. Сначала надо сделать потолок, поставить камин, укрыть его, потом покрасить, положить. Я не знаю, чем положим. Пока только болт можем положить на пол, потому что вот на этот пол, который будет целиком с коридором, нужно около 60 тысяч. А, как бы я подумал, что оргалит лежит, ковры, кошки. Очень даже неплохо. Разбогатею, закончу фасад, забор, потом вернемся к полам. Я думаю, это будет даже не в этом году. Очень дорого и хочется сделать классно. Поэтому пока остановимся на камине. Ну а дальше будет видно. Монтаж камина в следующей серии. Так что все, давайте, не болейте, не скучайте. И камин вручную собирайте. Попадут у тебя устанут носки. Не устанут. Почему не устанут? И ючки устанут. И как? Ты крепко держишь? Да, держу. Держишь? Точно крепко держишь? Точно. Смотри, как крепко держу. Одной рукой. О, типа. Все, никто не уедет? Да? Да, больше не уедет. Пап, иди давай сюда бетон. Да, сейчас возьму и принесу тебе. Его же надо замесить. А потом будем вот так лопаткой? Да. Вот туда наливать? Да. Лопатку смыть, лопатку возьми. Да, лопатка. Ладно, надо еще лопатку будет найти. Татуха. А сама хайганка. Папа, на ней тоже туда спустите. Не надо. Почему не надо? Потому что не надо. А почему? Туда залезать. А почему туда нельзя залезать? Потому что
потому что у меня будут грязные носочки. Это в лучшем случае. И будет щипать. Да. Почему будет щипать? Пап, почему я не надел галоши? Я потом тоже буду щипать. Это нормально? Видишь, чтобы не касалось.